полицию сообщениями о хищениях имущества из транспортных средств обратились несколько жителей Владивостока. Так, в дежурную часть Первореченского отдела полиции поступило заявление 38-летнего владельца автомобиля. Он сообщил, что оставил свою автомашину на придомовой территории, а утром обнаружил разбитое стекло и пропажу электроинструментов из салона. Ущерб составил 30 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска управления МВД России по городу Владивостоку в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность, местонахождение и задержали местного жителя, подозреваемого в серии краж. В отделе полиции он дал признательные показания и рассказал о своей причастности к 6 эпизодам противоправной деятельности. В ночное время, разбивая стекла, злоумышленник проникал в транспортные средства и похищал имущество автовладельцев. Наборы инструментов, видеорегистраторы и магнитолы он продавал, а вырученные от продажи похищенного имущества деньги тратил по своему усмотрению. Мужчина освободился из мест лишения свободы в августе 2023 года, где отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, это кража. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.